Я рада приветствовать всех наших зрителей. Сегодня в нашей программе военный эксперт Давид Гендельман. Рады вас видеть. Добрый день. Участились сейчас ракетные обстрелы городов Украины, причем с баллистических ракет и сверхзвуковых ракет. Ударили в одно и то же место с небольшим перерывом. И я помню, что в одном из своих интервью вы как раз упоминали, что это такое себе ноу-хау в тактике террора, которая наработана еще во время кампании ударов по Сирии. И нам, украинцам, следует готовиться к тому, что такие способы террора будут учащаться. Я хотела вас спросить, с чем связано вот смена такой тактики, учитывая, что в первый год войны, в самом начале, били по военным объектам, но промазывали из-за того, что косорукие. Дальше били по энергетическим объектам, устраивали нам зимний террор. Сейчас больше всего попадают именно в гражданские объекты, причем бьют два раза, чтобы как можно больше людей убить. Что это за тактика? Для чего она? Если россияне говорят, что это СБУ, это еще не значит, что там действительно находились работники СБУ. Конкретно тактика наносить второй удар после некоторого времени после первого, кроме того, что за это время могут подойти спасательные команды и вообще, в принципе, другие работники соответствующих органов, скажем так, в кавычках. То есть второй удар может принести дополнительную пользу тому, кто наносит удары. Плюс, если речь идет, например, о средствах перехвата ПВО, то первая волна, что называется, берет все возможные ракеты на себя, и вторая волна уже может действовать. И, опять же, делать скидку на то, кто там успел перезарядиться и прочее. Опять же, параллельно может наноситься удары по ПВО. Всего этого, разумеется, в Сирии не было. Там никаких эффективных средств ПВО у тех, кого там бомбила российская авиация, не было. Но здесь идет настоящая война. Украинское ПВО является серьезным противником. Поэтому все эти факторы вместе как раз приводят к тому, что есть довольно большая военная польза, скажем так, в нанесении повторного удара через короткое время по тому же объекту. Вас цитируют, ну, я так понимаю, что одно из ваших интервью, где вы говорите о том, что это долгая война, которой не были готовы русские и мир. Прогнозы экспертов оптимистичны, но реальность жестокая и кровавая. Ощущение, что Путин пытается играть в долгую. Это, в принципе, уже очевидно. И вот после того, как Путин снова стал президентом или, там, не знаю, царем для Российской Федерации, мы видим, что у него проявляется маниакальное желание хоть чем-то удивить свой вот этот вот огромный электорат, который за него проголосовал, показать своему избирателю силу, а не бессилие. Поэтому в тактическом плане чего стоит ожидать в ближайшее время нам от российской армии? И действительно, ну, технически, фактически они готовы вот к реализации этих маниакальных желаний Путина? В принципе, если говорить про обстановку на фронте, то мы пока видим продолжение тех же местных наступательных действий, как мы видим на том же Авдеевском направлении. И в общем и целом можно сказать, что россияне, видимо, готовятся к насколько можно больше активизации наступательных действий летней кампании 2024 года. И все эти озвученные тем же Шойгу мероприятия по созданию новых соединений, объединений в течение 2024 года они планируют создать две армии, 16 дивизий, 14 бригад. Вопрос, разумеется, кто из этого они действительно физически смогут создать, особенно к летнему периоду, как наиболее благоприятному для наступления. Но в общем и целом наступательные попытки за свои они не оставляют. Очень многое зависит от того, что конкретно сможет противопоставить Украина, потому что весь этот вопрос мобилизации, который уже несколько месяцев обсуждается в Раде, все еще не решен. Также недостаточные поставки боеприпасов со стороны западных союзников. То есть Украина обороняется, россияне пытаются давить насколько могут. Именно поэтому это выглядит в общем и целом примерно как Ирано-Иракская война, когда тоже обе стороны несколько лет подряд без особых прорывов фронта пытались давить друг друга, плюс параллельно велась так называемая война городов. В принципе, мы то же самое видим и сейчас. Ракетные обстрелы украинского и российского тыла. Мы видим в последнее время, Украина что может тоже улучшает на эту тему. Вся эта волна ударов по российским НПЗ и прочее. То есть посмотрим, как это будет развиваться, пока оно идет именно более-менее в рамках Ирано-Иракской войны. Тут, разумеется, тоже надо сделать ремарку. Ирано-Иракская война, в конце концов, по сути, закончилась ничем. Стороны вернулись до военной границы. Но проблема в том, что для Украины сейчас даже такого результата никто не гарантирует. Если будет недостаточно западной помощи,
Даже возвращение к довоенным границам пока еще проблематично. Ну вот учитывая, что Авдеевку несметное количество дней, недель и месяцев пытались взять, и, в общем-то, они пытаются продвигаться через маленькие поселки, и это все выглядит очень смешно, если смотреть на возвеличивание своей армии Российской Федерации, которая не может элементарно продвинуться на какие-то серьезные позиции. Да, конечно, это выглядит трагично с точки зрения Украины и тех смертей, которые мы наблюдаем каждый день. Ну вот зависла, получается, ситуация. И поэтому, когда обсуждают в западной прессе о том, что, ну вот, наверняка в какой-то момент Путин будет прижат к стенке, и вот ему придется выходить на разговоры о возможных переговорах. Как вы думаете, этот момент в чем может выражаться? Для российской армии, прежде всего. А если не этот момент, то в обратную сторону посмотрим. Слово «повышение ставки». Как может выглядеть с точки зрения Путина и с точки зрения российской армии? Чем они могут повысить эту ставку для того, чтобы не с точки зрения слабости, а с точки зрения силы требовать каких-то переговоров? Возможно, он как раз на переговоры готов, но не готов. Украина, возможно, не готов Запад, потому что предварительные условия, которые выдвигает Путин, возможно, неприемлемы. То есть Украина, в принципе, готова говорить только о полном отводе российской армии со всех оккупированных территорий, а Путин хотел бы начать переговоры с того, чтобы зафиксировать те достижения, что есть, и, возможно, уже говорить о чем-то дополнительном. То есть слишком большая разница в позициях сторон насчет поднимать планку, угрожать дальше. В принципе, у России, кроме ядерного оружия, особенно угрожать нечем. Но до туда не факт, что еще дойдет. В общем и целом, можно предположить, что пока на ближайшие месяцы российская армия планирует делать то, что она делала, политическое руководство, возможно, хочет дождаться выборов в Соединенных Штатах, потому что, в принципе, любая война – дело, в первую очередь, политическое, потом уже военное, но российское, украинское тем более, потому что Украина слишком сильно зависит от западных союзников, особенно от Соединенных Штатов, поэтому такой фактор, как кто выиграет выборы в США, от этого исход российско-украинской войны зависит гораздо больше, чем от количества боеприпасов на фронте, кто куда там возле Авдеевки продвинулся и прочее. То есть, возможно, действительно, Путин пока хочет дождаться выбора, посмотреть, кто выиграет, и, возможно, тогда раскинут карту уже по-новому. Очень интересно, вот если еще год назад даже мемы были по поводу той техники, которую снимали чуть ли не из музейных экспонатов и гнали на войну, потом мы обсуждали много о том, какое количество людей из мест не столь отдаленных, то есть заключенных бросали, да, что очень сложно шла мобилизация. Сейчас Путин вот в новостях буквально на днях говорили, хочет мобилизовать более 200 тысяч человек. Но понятное дело, что нужно время, чтобы их подготовить. Этим никто заниматься не будет. Просто это будут сырые люди, которые придут на войну. Что это даст ему, кроме количества? И действительно, в каком состоянии сейчас находится российская армия? Насколько изменилось их качество, их подготовка, их оценка и переоценка ситуации, что они, в общем-то, с серьезным противником, для их стороны противником, да, сейчас вот сражаются? Или это все, знаете, как потемкинские деревни. Говорится одно, а по сути местные штурмы, старая разбитая техника, отсутствие мотивации и так далее. Российско-украинская война уже давно, почти с самого начала войны, превратилась именно в войну количеств. И качество идет только на втором месте, если не на третьем. Да, устаревшая техника и прочее. Но в конце концов с украинской стороны тоже воюют. Большое количество образцов устаревшей техники, те же «Леопард-1» и даже те же славянские модернизированные, но тем не менее Т-55, тоже кто чем может, тем и воюет. У россиян действительно большой процент техники устаревшая, но это война в очередной раз показывает, что устаревшая техника лучше, чем ничего. Это война количеств. Что касается личного состава, то, в принципе, именно из-за нехватки личного состава в российской армии на фронте произошел украинский прорыв в Харьковской области в конце 2022 года, ответом на что была российская мобилизация. Она, разумеется, была не подготовлена. По сути, это была импровизация, экспромт, можно так сказать, потому что российская армия давно не готовилась к таким мобилизационным мероприятиям, как в свое время готовилась советская армия. Но, в принципе, раз первую мобилизацию они прошли, если вдруг им сейчас понадобится еще единомоментно еще призвать 200-300 тысяч, можно предполагать, это произойдет уже более гладко, какие-то уроки они из этого уже вынесли, насколько можно
обходятся контрактниками. И, в принципе, основной фактор, который изменился на фронте, например, по сравнению с осенью 2022 года, тогда, по оценкам, у россиян было максимум 200 тысяч человек на фронте. Сейчас, в целом, по украинским оценкам, почти 500 тысяч, а по собственным российским заявлениям вообще больше 600 тысяч. То есть мы видим минимум 2,5 раза, возможно, даже в 3 раза больше. Именно за счет этого россияне сумели в прошлом году остановить украинское наступление, и за счет этого они ведут сейчас свое собственное. То есть можно, разумеется, долго говорить о том, что это не самый лучший, не самый подготовленный человеческий материал и так далее. Но, в конце концов, с украинской стороны тоже воюют много мобилизованных, которые до этого тоже не имели никакого военного опыта. И вообще, как выглядит эта война, постоянно мы возвращаемся к опыту Великой Отечественной войны, где тоже в 1941-м почти вся кадровая Красная Армия была уничтожена в первые месяцы, и оттуда и до конца воевали мобилизованные, которых уже обучали как могли. С российской стороны большинство — это мобилизованные. То есть все эти разговоры о качестве — это, конечно, хорошо и прекрасно, но это в первую очередь война количества, качества. Если оно есть хорошо, если нет, можно воевать и без него. У России все-таки больше несколько раз мобилизационный потенциал, если мы говорим о живой силе, в плане вооружения военной техники, несмотря на то, что Россия тут и там что-то берет у Ирана, у Северной Кореи и прочее. В основном она все-таки зависит от себя, раскручивает свой собственный ВПК. Вы несколько раз делали акцент на том, что это напоминает Ирано-Иракскую войну. Я вот вспоминала Сирию и действия россиян в Сирии. Я вспомнила книжку одного вашего коллеги, он военный эксперт Катара, о том, что Россия воюет как ИГИЛ. Насколько это соответствует, на ваш взгляд, исторически, да, изучая, как велись войны именно на Ближнем Востоке? И если она воюет не как ИГИЛ, а как мы когда-то вначале представляли, как старая советская армия, то соответствует ли тактика, которую нам предлагают и, в общем-то, помогают эксперты западные из Соединенных Штатов Америки, из Альянса Европейского, борьбе с противником, который воюет как ИГИЛ? В чем эта особенность ИГИЛа и их войны? ИГИЛ, несмотря на то, что на определенном этапе он захватил довольно большие территории, все-таки это была в основном иррегулярная армия. Тут мы видим действия именно государства, ядерной державы, скажем так, регулярные вооруженные силы и прочее. Скорее, я бы сказал, действительно больше будет как советская армия с дополнительными современными вооружениями, как те же ракеты и прочее, скорее именно как советская армия. Насчет того, что противопоставляет украинская сторона, там как раз уже по ходу этой войны за 2 года мы видели, что украинцы как раз правильно делают, что не везде и не всегда слушают советы западных советников, потому что нужно применяться к обстоятельствам. В идеале, разумеется, нужно бы было, чтобы Украина нашла среднюю точку между своим советским военным наследием и западными современными наработками. Украинское командование вынуждено оперировать тем нарядом сил и средств, которые у него есть. Не хватает вооружений, не хватает боеприпасов, не поможет никакой военный гений. Но что можно делать? Сейчас идет 3-й год войны, мы сейчас все уже, разумеется, привыкли. Но в начале этой войны далеко не само собой разумело, что Украина вообще сможет противопоставить такую оборону России, и потом, и в прошлом году, когда все обсуждали, насколько там успешно или неуспешно было украинское наступление, в принципе, почти все уже забыли, что в начале 2022 года, если кто-то бы вообще говорил об украинском наступлении, над ним бы просто посмеялись. То есть сейчас, да, оно не достигло тех достижений, каких бы хотелось, но, в принципе, само то, что россияне очень гордятся тем, что несколько месяцев сдерживали украинское наступление, нигде не пропустили украинскую армию. То есть это уже показывает, насколько изменились оценки у самой России. Сейчас, в принципе, тоже то, что они представляют как великие победы, тоже взятие Авдеевки, если учесть, сколько времени это все шло, и сравнить с первоначальным Киев за 3 дня. То есть они, разумеется, тоже скатились с планки своих каких-то высоких стремлений на уровень своей подготовки. Поэтому, скажем так, Ирано-Иракская война — это совсем не то, чего они ожидали изначально. Но сейчас скатилась туда, дальше это уже война потенциалов, война количеств. То есть это зависит от того, насколько Украина сможет действительно раскрутить внутренний потенциал по плане мобилизации не только живой силы, мобилизации ВПК, вообще всего, что называлось в советское время народное хозяйство и прочее. Если отойти на 2 шага назад и посмотреть, то, в принципе, результаты
гораздо лучше, чем в начале войны ожидало подавляющее количество экспертов со всего мира. Вы вот буквально еще вот в конце прошлого года говорили о том, что окончание украинского наступательного импульса не означает, что у русских есть сила и техника, чтобы открыть еще какой-либо участок фронта. Вопрос, где именно это может случиться. По данному раскладу, который вы сейчас наблюдаете на поле боя, очень часто, я понимаю, что это тоже момент дезинформации, попыток испугать общество, да, запугать. И страх же он что? Он человек цепенеет, он не может предпринимать адекватных решений, рациональных. Насколько действительно у них есть возможность, сколько вы видите, что они могут перебросить какую-то часть техники, задействует уже Беларусь, кстати, о которой мы как-то в последнее время не так часто вспоминаем, да, кроме того, что с белорусских аэропортов взлетают самолеты, которые бомбят Украину. Технически есть у них возможность реализовать свою мечту, открыть третий фронт или второй фронт, уж не знаю, какой в их там больной фантазии это может быть. Ну, на данный момент это, во-первых, не выглядит реалистично, и не факт, что это действительно нужно. В принципе, они с трудом справляются с теми направлениями, что есть, так как они пытаются наступать практически везде, где можно, как минимум на местном уровне. Мы видим постоянно попытки на Купянском, на Лиманском, на Бахмутском направлении, на том же Авдеевском, тут и там, на Запорожском. Они пытаются вернуться к тем позициям, которые они потеряли в ходе украинского наступления в прошлом году. Как минимум, пока вообще не фиксируется никакой массовой переброски войск в ту же Беларусь, чтобы открыть оттуда какое-то новое направление. В принципе, гораздо более реалистично для россиян это продолжать наступление там, где они его уже ведут. В частности, на Донбассе тоже, Авдеевское направление. Там тоже никто, разумеется, пока не обещает никаких больших прорывов, но там, по крайней мере, хоть какое-то продвижение есть, даже если либо мобилизация, либо продолжение набора контрактников не смогут набрать требуемое количество живой силы. По-прежнему узкое место у них – это недостаток вооружения и военной техники. Даже те соединения, которые есть в открытой информации, многие из них укомплектованы вооружением и военной техникой максимум на 50-60%. То есть все эти планы 16 дивизий, 14 бригад – вопрос, откуда они на все это наберут достаточно вооружений, если они тоже будут вооружены наполовину, скажем так, соответственно, меньше будет боевая эффективность, но пытаются давить, чем могут. Но тогда напрашивается логичный вопрос, на который я не могу добиться какого-то конкретного ответа у западных партнеров или у гостей из европейских стран в нашей программе. Учитывая все сказанное вами, но это действительно факты, НАТО продолжает усиленно готовиться к войне, причем к войне НАТО с Российской Федерацией, и даже ставят уже конкретные сроки, там, 25-й, или, может быть, еще накинем троечку, там, 28-й год, когда Россия может наступить. И у меня тогда вопрос. Вот эти угрозы, которые распространяются через пропагандистские каналы и даже устами обслуживающего персонала Путина, таких как Песков и, Медведев, это, в общем-то, отдельная история. Россия действительно готова или готовится? Может, мы просто не берем в учет те скрытые союзы? Мы не знаем, о чем они договариваются за закрытыми дверями с тем же Ираном и с другими диктаторскими государствами, которые очень ненавидят Запад и готовы бы, может быть, России помочь в том, чтобы напасть на страну НАТО. С Авдеевкой не могли справиться. Почему НАТО готовится к войне с Россией? Ну, в принципе, сейчас мы видим вторую холодную войну, так же, как та первая холодная война, которая шла до 90-х годов 20 века. Там тоже обе стороны, Советский Союз и НАТО, деятельно готовились к войне, которая может произойти, вооружались до зубов в той же Германии. Противники стояли друг против друга и именно смотрели глаза в глаза, но холодная война, в конце концов, не привела к горячему. То есть НАТО, насколько можно судить, тоже хотели бы, насколько можно обойтись таким же сценарием. То есть холодная война автоматически предполагает именно, насколько можно повышение градуса, не скажем, военной истерии, но военных приготовлений, раскручивание ВПК, наращивание вооружений, увеличение армии и прочее, но все это именно с надеждой на то, что все эти мероприятия приведут к тому, что горячей войны не будет. Например, в данных условиях, чем более слаба Европа, тем больше это как раз и подтолкнуло бы Россию возможной агрессии, а все это наращивание вооружений, возобновление, насколько можно, разумеется, в нынешних условиях былой военной мощи НАТО, это как раз вполне возможно, что уменьшает вероятность перехода холодной войны в горячую. То есть это классический принцип «хочешь мира, готовься к войне». Чем более сильным сейчас, в первую очередь в конвенциональном смысле, будет НАТО, тем как раз меньше шанс того, что им придется реально воевать с Россией, потому что
Россия, как вы уже сказали, не с трудом справляется с Авдеевкой, при том, что НАТО выделяет Украине только часть своих военных конвенциональных возможностей. Можно представить и теоретическую войну НАТО с Россией, если бы НАТО использовало все свои военные возможности, это выглядело бы для России печально. Поэтому само то, что Россия, что Европа, НАТО сейчас вооружается, это как раз может отодвинуть и вероятность большой войны. Очень хочется понять, вот с точки зрения вас, как военного эксперта, есть ли рациональное объяснение такой нереакции или нежелания вступать в открытую конфронтацию, даже если ракеты пролетают, не долетая до Украины или пролетая в Украину через страну НАТО. Вот как, в частности, недавно была ситуация с Польшей. Это не первая ситуация. Уже падала ракета, и в Румынии была история, связанная с падением обломков. Мы же прекрасно понимаем, человека-маньяка, маниакально заточенного на то, чтобы добиться своей шизофренической идеи, он же интерпретирует это в своей нездоровой, наверное, голове как слабость. Хотя я понимаю, что наверняка у стран НАТО есть рациональное объяснение, почему они так действуют. Вы, как военный эксперт, как можете оценить, почему они не показывают силу, не реагируют и стараются эти вопросы, ну, мягко, скажем так, спускать на тормоза? Рациональность тут самая простая. Если можно не воевать в открытую с Россией, лучше не воевать. То же самое, как было в Первую холодную войну. Тогда в роли России был Советский Союз, сейчас Россия. Разумеется, если бы не было ядерного оружия, то все бы это выглядело иначе. Но пока у России есть глобальное ядерное оружие, то они в данном случае смотрят как на новый мини-СССР, скажем так. И точно так же, как тогда НАТО, мягко говоря, не горело желанием начинать войну с СССР. Точно так же и сейчас. Да, понятно, ракеты тут и там залетают, но в конце концов это еще не то, что полномасштабная война. И можно сказать, что то, как не украинцы, вполне могли бы понять нежелание той же Европы начать полномасштабную войну с Россией. Украинцы прекрасно видят на своей шкуре, что называется, что это такое полномасштабная война с Россией. В свое время была война с Грузией, Украина тоже не начала со своей стороны открытую войну с Россией. То же самое и сейчас. Запад насколько может помогать Украине, но сам вполне рационально, пока можно не вступать в большую конвенциональную войну с Россией, не вступать. Кроме прочего, потому что большая конвенциональная война это сразу резко повышает планку эскалации вплоть до ядерной войны. И всего этого не хотят. Да, они сочувствуют Украине. Украина воюет, истекает кровью. Они насколько можно Украине помогают. Но самим начинать сейчас войну с Россией, принимать на себя все такие же горести, как приняла на себя Украина, не по своему желанию. Мне можно понять, почему они не хотят для себя такого. В грузинской истории, в общем, достаточно большая помощь была оказана Украине в плане техники. И я просто вот буквально год назад делала документальный фильм об этом. Мы не вступали конкретно, но помощь была оказана большая, поэтому грузины в общем-то, с распростертыми объятиями принимали и наших беженцев, и сейчас они всячески, хотя бы вот в плане народа, да, общества, поддерживают Украину. Я еще хочу спросить о угрозах. Вот вы говорите, это не война Запада, они не чувствуют ее. Но все больше и больше мы видим, что российская пропаганда не только не стала более беззубой, да, она стала более агрессивной в странах уже и Западной Европы. И этот русский мир, так называемый, он уже просачивается в головы достаточно адекватных и думающих людей. Потому что, если, извините меня, преподаватель университета студентам рассказывает об истории отношений России и Украины через призму русского восприятия или российского восприятия, то что уже говорить о людях, которые просто листают ленту телеграм-канал или что там на Западе, какие есть соцсети, да? Не просачивается ли это мягкая сила и не недооценивают ли Россию в западных обществах, думая, что если не стреляют у них, то, в общем-то, этого и не произойдет, если дальше не давать, скажем так, не обрубать вот эти вот поползновения внутри? Насколько можно, возможно, обрубать? Ну, понятно, что в демократических обществах это сложно. Здесь мы тоже видим повторение того же самого, что было во время той прежней холодной войны, когда различные коммунистические, левые, пацифистские, любые другие движения на Западе напрямую поддерживали Советским Союзом, КГБ, коммунистические партии и прочее. То есть любые движения на Западе, которые говорили, что не нужно эскалировать отношения с Советским Союзом, мы за мир, не надо воевать и прочее. Ровно то же самое мы видим и сейчас. Российская пропаганда на Западе в первую, вторую, третью очередь направлена на то, чтобы
насколько можно снизить западную поддержку Украины в политическом, военном, финансовом и любом другом смысле. То есть постоянно проталкивают мысль, что ваше правительство не прислушивается к вашим народным интересам. Вместо этого они помогают Украине в угоду американцам, в угоду еще кому-то. И здесь это ровно та же самая калька, как мы видели в 70-80-е годы демонстрации различных учителей в Англии против размещения американского ядерного оружия. То есть мы не хотим войны и прочее. За всем этим, разумеется, кроме собственных английских и других пацифистов, явно стояла советская разведка. То же самое и сейчас. Понятно, что есть круги на Западе, которые сами не особо горят желанием обострять отношения с Россией, но российская пропаганда, насколько можно инспирировать это внутри западных стран на всех уровнях. Эскалация отношений с Россией не в ваших интересах. Украина — это зона интересов России. Оставьте это дело России, не лезьте, вам это не нужно. Это только в угоду различным международным корпорациям и прочее. А простым рабочим Европы это все не надо. Здесь мы тоже видим практически 100% кальку того же самого, что было именно в ходе первой холодной войны. Вы сказали в одном из интервью о том, что вооружение Украины, помощь военной технике полностью зависит от западных союзников. То есть, простыми словами, зависит от того, как они видят цель этой войны. Изменилось ли их видение цели этой войны, учитывая, что они, в общем-то, ограничивают нас в боеприпасах. Здесь и сейчас мы понимаем, что на то есть и объективные причины, фактическое отсутствие того количества, которое нам необходимо. Так уж сложилось, да, неповоротливая бюрократическая Европа очень медленно загружает вот это военное производство именно боеприпасов. И есть субъективные причины, они больше политического плана. Так вот, изменились ли цели? Как они видят финал этой войны? Развал России, полный отход на границы 91 года. По-прежнему главным императивом является, во-первых, чтобы это не дошло до прямого военного столкновения НАТО с Россией. А что касается результатов войны, то их скорее интересует, чтобы Россия не выиграла. Например, если Россия остановится прямо сейчас и никуда дальше не сможет продвинуться, то, в принципе, они могут сказать, что достигли своей цели, то есть Россия не победила. Вопрос, как это воспримет Украина, потому что цели, как выход на границы 91 года, пока можно осторожно, скажем так, заметить, что вряд ли западные правительства ставят себе такую цель, разгром России, не говоря уже про какие-то еще более какие-то великие цели, типа полное военное поражение, дезинтеграция России. Их цель в том, чтобы Украина насколько можно удержалась и не проиграла. Из позитивных моментов, и вы тоже об этом акцентировали в начале нашего разговора, то, что удары по НПЗ, благодаря той технике, которую мы получаем, и той слаженной работе и наших военных, которые бьют точечно и попадают туда, куда надо. Плюс мы видим, что даже не имея флота, мы уничтожаем корабли Черноморского флота. Не имея пока что F-16 в небе, мы уничтожаем самолеты российские, которые стреляют ракетами по мирному населению. Это позитивные моменты. В бою мы научились и очень быстро. Насколько глубоко мы можем зайти в тыл, стоит ли это делать, и как это может изменить ситуацию на поле боя, то есть изменит это отношение общества российского к своему руководству, когда война переходит уже на их территорию, они это ощущают в своей жизни. Из того, что мы уже видели за последние два года, вряд ли можно ожидать, что российское общество из-за чего бы то ни было поднимется против российской власти, свергнет и прочее. В свое время это говорили, когда российские потери достигнут там 100 тысяч, 200 тысяч. Я еще год назад говорил, что пока речь не пойдет про миллионы убитых россиян на фронте, ничего это не сдвинет. Соответственно, все эти удары по НПЗ и прочему, пока это не в таких масштабах, чтобы российское общество не могло этого выдержать. В конце концов, это даже не те бомбардировки, которые советский тыл выдерживал во время Второй мировой. Я бы лично не стал рассчитывать, что этот перенос военных действий на территорию противника приведет к какому-то изменению в российском обществе. Польза от него может быть чисто практическая. Например, удары по НПЗ осложняют снабжение горючим и прочее. Это все, да, так же, как удары по флоту, меньше кораблей и прочее. То есть чисто практический смысл есть. А если у кого-то есть надежды, что это подвинет российское общество к чему-то там, то я бы лично на такое не рассчитывал.
Ну и в финале не могу не спросить вас о текущей ситуации. Вы находитесь в Израиле, о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Мы понимаем, что наверняка не случайно эта горячая точка снова возникла именно в тот момент, когда идет жесткая война в Европе. И мы понимаем, что эти события наверняка взаимосвязаны. Даже помощь, которую Америка сейчас никак не может утвердить, она тоже в привязке Украина-Израиль. Как вы оцениваете эту взаимосвязь в большой геополитике? С чем это связано? То есть какая самая максимальная, скажем так, цель этой связки? Да? И я бы хотела спросить, вот видите ли вы там, наверное, может быть, грубо скажу, да, русский след? Понятно, что вспышка войны на Ближнем Востоке, оттягивание как минимум части американских ресурсов сюда выгодно России. Это еще не значит, что Россия это сделала. В конце концов, тот же Хамас, и та же Хизбалла, и тот же Иран были активными врагами Израиля еще до того, как вообще началась российско-украинская война. То есть это скорее совпадение интересов. Понятно, что совпадение интересов Ирана и России по этому вопросу есть, но это не значит, что кто-то там сидел в Москве и решил, давайте начнем в октябре 23-го года войну в Израиле, потому что это могло бы нам быть выгодно. В конце концов, все эти враги давно враждовали и так, но как все, что в мире происходит, понятно, что одно связано с другим, раз оно уже произошло, на этом поле можно играть, как те же хуситы и прочее. В конце концов, они тоже давно были врагами Израиля, у них это было официальным лозунгом, раз произошла война, давайте наносить удары по судоходству в Красном море, частично это выгодно даже в прямом экономическом смысле для России, часть груза можно перебрасывать оттуда и прочее, но это опять же не значит, что кто-то в октябре 23-го из Москвы прилетел в Йемен и сказал, давайте забудем такую операцию в Красном море. Это именно совпадение интересов, и понятно, что союзники ищут друг друга. То есть я бы сказал, что каждый ведет свою войну, но где интересы совпадают, то частично пытаются помочь друг другу. Так же, как Иран и Россия в военном и в другом смысле сейчас тоже помогают друг другу. Не от большой любви, а потому что их интересы на данном историческом этапе совпадают. Война с Западом и все прочее. Опять же, это не значит, что кто-то в свое время что-то злодейски придумал. Каждый ведет свою войну, где совпадают интересы, там дружат. Ну, а у нас с вами совпадает, наверное, распорядок дня по количеству воздушных тревог и сирен, поэтому я вам очень благодарна за это интервью и хочу пожелать, чтобы, по крайней мере, до конца сегодняшнего дня у нас с вами было спокойное небо. Спасибо большое, Давид. До свидания. До свидания.